всем привет! Я снова стою на улице, правда, теперь я стою под елочкой. И знаете почему? Потому что я несу подарки! Точнее, я несу подарки на почту для наших победительниц Ники Крус и Лады Лайк. Вот они, эти подарочки, которые я совсем скоро упакую и отправлю по почте. Это монстряшка Лады Лайк, которая уже аккуратненько упакована нашими гномиками волшебными. А это Apple White, которая предназначается для Ники Крус. И она тоже бережно упакована нашими гномиками. Ну а сейчас я зайду за одним маленьким сюрпризом для девчонок. И потом мы пойдем на почту. Купи ребенку ТВ. Мне тут один дедушка подарил то, что я искала для Лады и Ники. Вот такие две классные открытки, в которых я вот этой вот рукой напишу новогоднее поздравление. Хотите увидеть этого дедушку? Да, это Дед Мороз! Еще я хочу у дедушки кое-что попросить. Дорогой дедушка, сделай, пожалуйста, так, чтобы все наши подписчики получили на Новый год монстряшек. Купи ребенку ТВ. Это я, а это Почта России, которая доставляет посылки месяцами, и только иногда она доставляет их раньше. Пойдемте. Мы сидим на почте. Тут очень много народу. Крестят какие-то штуковины, а я заполняю открыточки и пишу мне поздравления. Я сделала это! Я провела на почте почти час, если не больше, и отправила посылочки, в общем, они уже летят к вам. Кстати, посылку для третьего места, для Вики Харитоновой, мы отправим в следующий раз, поскольку кукла, ручка и пенальчик еще не успели к нам прийти со складов. Но мы скоро ее отправим. Купи ребенку ТВ.